А еще если Алиску почесать вот здесь, она вытягивает ногу. А так вот ее чешешь, и она заднюю ногу вот в плоскости вытягивает. Да, смешно. Ты сегодня добрый монстр. Да. О, добрый монстр. Все. Весна у лисы. Веселая лиса. Бок вычесал, видите? Ну что? О, а морда грязная. Ой, вся в земле. Язык весь в земле. Да ты меня уже покусала достаточно. Представляете? Игручее настроение. Так можно и без рук остаться. Да. Все? Нет. О, почесаться-то это. Сейчас грохнешься с дивана. Все, весеннее настроение. В вольер не идет. Утром в 3 утра, в 4 утра начинает орать, как умалишенная под окнами, чтобы ее вышли и отвели в вольер и закрыли там. Барыня спать изволит. Ну что такое, Алиса? А сейчас сама пришла, кто-то там спрашивал, приходит ли лиса сама погладится. Приходит и погладится, и почесаться, и да, вот видите, никуда не уходит. Ты смешной нос. Все, ушла. Нет. Передумала. Правильно? Все лисы норовят укусить за заднюю лапу. Вот. Либо сзади за ногу. Вот так вот. Когда отворачиваешься, а собака кусает либо за заднюю тоже лапу вот сюда, либо за хвост кусает. И других лис тоже так же кусают друг друга. Что за игры такие лисья?